Давай! С вами пам-пам-пам, Рэй, сексуально дышащий катархон. Они это не услышали. И какой-то левый хуй на рече. Мы вернулись, и они это услышали. Мастеры какой-то рандомно ебанутых начал. Все. В общем, здорово, пацаны. Это серьезная игра. Ты что здесь делаешь? Быть. Ты что здесь делаешь, блин? Пау-пау-пау. Все, погнали. Мы уже погнали. А, да? Да. Сейчас. У меня может не начаться. Сука, у меня щеки болят от смеха. Секунду. Не только от смеха. Сколько мы еще ржали до того, как серию подрубили. Не только ржали, да? Да. У кого че? Мне, кстати, нравится Болгария, вы посмотрите. Вы посмотрите, это разнообразие цветов. Слушай, а у кого зелено-красно-синий флаг? Зелено-красно-синий. На Афганистан похож. Ну, нет. В одной из вариаций. Не знаю. Ну, типа такой, знаешь, зеленый, красный, только там синий, а там черный. Ну, если сейчас. Подожди, а какой сейчас флаг Афганистана? Даже это загуглю. А не такой ли? Же. Ну, сейчас узнаем. Такой ли же. Да, ну это Рэй, как будто удивлен. Мы тебя любим, киса. Мур-мур-мур. Обожаем всеми фибрами. Чем? Фибрами. Всеми фибрами ниже пояса. 24 минус 9, скажите мне, сколько это будет? 20-15. Спасибо. Я создаю. А можно четвертую скорость? Пора бы уже. А, кстати, да, у нас же войны. Я и так ее подрубил, когда ты делал. Понятно. Кстати, слушай, а меня кое-что интересует. Французик, ты у нас тут такой хитрожопый, что? Опа. Он сейчас, походу, на тебя войной пойдет. В плане хитро. Статус-кво? Что? Кстати, это да, странно. Что там произошло за наркоманию? Че? Республика Корея? Коммунистический Китай за... Что? Простите, что? Ну круто. Китай в Коминтерне, они заключили белый мир. Так они захватили всю эту. Захватил они всю территорию Японии Корею, захватили, да. На континенте, и все, и она капитулирует по ивенту. Теперь Республика Корея появилась. Угу. Независимая вообще. Давайте поддержим партию. Марионетка, свобода, демократия, Манчжоу. Коммунистический Китай отжал себе Манчжурию. Себе и Сайма вообще типа такая левая, типа пацаны не с вами. Ну, вообще нейтралитет. Так. Ставьте лайк, если дрочите на границе так же, как Рэй. Как говорится, двумя руками за. Это нормально, мне понравилось. Вот не все твои шутки всякие такие пидорские мне нравятся, но это была не пидорская, но она мне понравилась. Он старался. Ай, да. Ну, могло быть и хуже. Мы-то знаем. Но вышло, да. Блин, будет получена цель войны за завоевание Ирана. Блин, я не мог это сделать. Изучить фокус раньше? Нет, ну зачем? Да, изучить фокус раньше. И он у меня идет следующим. Но я могу на него... А, он коммунист. Парни, теперь чисто на отсылочках. Вам не кажется... Что один из треков Лакимина немножечко кинематографичный с отсылками на каких-нибудь Лебовски немножечко относится к Рэю. Чего? Я не понял. Мне кинули предъяву сейчас, да? Нет. Я ж могу как бы и нахер послать, сам понимаешь, да? Я один не в тебе. А ты вообще в рэпе шаришь, нет? Нет. Сел пропащий человек. Тём, выкидывай его. Рич, ты там предлагал альянса, ну давай, я согласен. Наезд на меня, ну после... Да бля, давай нахуй выкинем этого Катархонта, бля. Нам с тобой так заебись. Слушай, у меня много лишних заводов. Надо бы их выкинуть. Рэй, объясни людям, не шарящим, в чем был прикол. Ну там песенка такая была смешная, вот. Там не песенка, там такой мини прям фильм. Короткометражка. Ну, кстати, качество просто бомбезное. Так, они... Букин-мужчин. Букин-мужчин. Они, кстати, говорили, типа, ну,
хейтили Black Star за то, что те снимают клипы по 3 ляма, и сейчас сами снимают клипы, чё? Блин, по 3 ляма. А тебя не смущает, что их последний, типа, констракт, это как бы дисс на Black Star? Смысл? Я не знаю. Я этого не выкуплю. Серьезно? Там вообще-то почти весь текст Оксимирона, это дисс на Black Star. Да? Да. Блин, я привык Мирона слушать просто как тараторка, что-то приятное под музыку, и все. Красиво, братан, красиво. В смысле? Это что, дисс был, что ли? Буду звать тебя Фитоняшкой. Это был дисс на Black Star, после того, как они выпустили свой совместный Фитаряшка. Где-то диссили Booking Machine. Просто Фиторяшка. Я этого не понял. Фитоляшка. Фитарейка. Да, кстати, Фитарейка. Я этого не понял. Ставьте лайк, если помните Шрея. Тупо для элиты. Слушай, я сам не помню, я, видимо, не состою в этой элите, да? Шрея? Да. Ну, ты на стримах, если ко мне заходил, то ты должен знать Шрея. Если не заходил, то не знаешь. Тогда не знаю, ладно. На самом деле, ты великий, у тебя есть своя цивилизация, парни. Шрея великий. США добровольцы советом отправили. В смысле, а они воюют с кем-то? С Японией. Советы с Японией до сих пор воюют. А когда ты нападешь уже на Америка? Шоу? Слушайте, пацаны, да. Я буду нападать на Америка, поэтому... Ну, нападай. Но мы не поможем. Нет, 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 я не об этом. Вы готовы увидеть это? Так что внимательно наблюдайте. Сейчас, подожди, мне надо просмеяться. А я за 15 дней могу сфабриковать на советский, поэтому захватываю. И после пойдем на совет. Ну, сейчас, подожди, там 20 дней. Я просто через возврат территории. Все, я готов. Итак... Итак, сейчас они восстановятся немножко. Кстати, так и не объяснил людям, в чем отсылка и в чем прикол сам был. Да, ладно, уже пофиг. Назови им название этого трека, чтобы люди поняли. Начинаем. Рэй. Ау. Объясни людям, в чем рофл-то был. Ты же сказал, что типа трек. Там, короче, про даунизм. Просто скажи хук этого трека. Я буду быть. А, я буду быть. Кем будешь быть? А, дауном. Вот видите, я его не оскорбляю. Так. Он сам это признает. Мы можем понизить уровень автономии субъекта. Это как сделать? Североамериканская Федерация переживает период рассвета. Оу, oh, yeah. Альянс создан. Oh, yeah. Погнали к Америке? Оу, oh, yeah. Погнали. Какой альянс создан? Но мы хотим вступить в Альянс Америки. И можем сразу вступить в войну против тебя. Что? Ну да. Что? Зачем? Да ладно, пофиг, пускай живет. Слушай, а почему я не могу это нападать? Это будет красиво. Ты Канаду, Канаду войну. Войну призови Канаду. Ты не можешь наступать с территории, которая не это же моя... Она не участвует в войне, Америка... поэтому ты не можешь нападать. Я понял, а почему Америка гарантит Канаду? Она что, вообще что ли оборзела? Она у нее это по фокусу гарант на всю Северную и Южную Америку. Ну это мое просто. Бля, чувствую себя, знаешь, типа такой, типа, я батя, типа, Хойки, ты такая мамка Хойки, мы, знаешь, поясняем сыну, такой, блядь, ну это вот так, а вот это вот так, а вот это вот так. А, хорошо, буду знать. Так, понеслась, в принципе. Чё, блядь, школа красиво. Хойки. Сейчас будет все красиво. Да. Будет... О, слушай, Димон, я у тебя куплю, короче, алюминия. Братан, ты Детройт так не хочешь взять? Детройт зачем? Не, хочу, хочу, я возьму. А он не сможет в него пройти, ему придется до дивизии забрать однозначно. Ну а что мешает ему забрать? О, опять дивизия пропала у меня там. Стоп, блин, я еще армии разноцветно не покрасил, они в итоге. Государство Социалистическая Республика Болгария запрашивает пакт о ненападении. Принять. Я тоже принял. Там просто усики красивые. Короче, я им просто скажу, чтобы все нападали. Может, ты по Северной Америке начнешь наступление, ибо там по одной дивизии стоит, а у тебя по 3. А? И по 5. Ну да. Сейчас война с Грецией будет, смотри, у советов. Итак, понеслась красивая родимая война. Ну я захватил уже Болгарию и Венгрию. И как бы Венгрию. Да. Ага. Напоминай. Гарантировать позицию рано. Что тут, блядь, происходит, блин? Наркомания. Я там Швейцарию уже скушаешь. Я наркоман. Да он наркоман. Так тихо, главное, никто не услышит. Мы знаем, что ты наркоман, братан. Не, я говорю, у меня наркомания происходит в игре. У тебя наркомания происходит в венах. Типа, ты недолго так, типа, а? Чего? Чего? Подожди. А, наркотики по вене, а! А, это шутка, а! Греция неправда. Она принимает условия. Принимает? Ой, да. Болгария отдала территорию и все.
Нет, Болгарии отдали территории. Ну, я знаю. Ты сказал, Болгария отдала территории. Может, вы отожмете паузу, или у вас там серьезная война идет? Нет. Ну, так отжмите паузу. Так я настраивал просто. Только не пятую! Тише! Да тебе и так сойдет, что турбореактивный, ты чё? Ладно, окей. Нет! Слушай, ты из крайности в крайность чисто для того, чтобы повисить, да? А ты выбирай из крайности. Давай, какая крайность? Четвёртая. Один или пять? Четвёртая крайность. Один или пять? На единичку ниже пятерки. Окей, пяток пять. Слушай, тут еще один какой-то даун завелся. Что за хрень? Еще один. Рэй, ты не одинок. Сколько счастья было, что-то. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, ну не делай ты пятую скорость, да ты охренел. Я тебя попросил по-человечески, у меня дивизию, это страдают, ты понимаешь? Блять, до слез. Ты звучит очень... Блять, прям пробило. Душевно, брат. Тупо душевно. Стоп, вот этой можно вот сюда. Подожди. Почему нельзя рисовать, знаешь, как в третьей хойке можно было вроде рисовать прям по карте? Да. Ну там вроде самому себе. Хотя вроде тоже в онлайне можно было это делать. Чуть-чуть нарисовать, типа, знаешь, провести так, типа, всякие эти рисовать. Как теперь хуи рисовать на карте? Мысленно. Уебать, карта, тут есть карта. Только мысленно. Так, давай. Да знаешь, а карта я уже охуел, блин, когда ты Катархон, ты сказал, что тут есть, блядь, карта, оказывается. Я такой, ебать. Чё, в смысле? Ну, видишь, смотри, хочешь прикол, Рэй? Видишь, справа такая штука, да? Да, то, что там справа снизу карта есть дополнительная. Да, такая. Ну да, это же игра. Нажми Ctrl-M. Тут должно быть больше карт. Нажми Ctrl-M. Ctrl-M? Да. А что произойдет? Сейчас сломается или нет? Ты откроешь карту эту и все. Клаку! Да не, я видел, я же, блин. В смысле, а как не открыв ее можно. Ctrl-Alt-Shift! И Ctrl-Shift. Ну, то есть Ctrl-Alt. Не знал. Мы как бы так и юзали все эти разы, если че. А я не так юзал, я не знал об этом. Я не удивлен. Так, все, я взял даунов в кольцо. Анальное. О, теперь у меня территория выглядит лучше. Куда еще лучше? Опа, кто-то заговорил о красоте территории, так. Блять. Я в этом шарю. Давай пили Америку, не отвлекайся. Что вы сделали с человеком, а? Интересно, стоит ему говорить, что у США есть еще и Аляска или нет? Нет, зачем? Он а так мы так уже один раз. Да. Жизненно. Да пофиг с Аляской, мы разберемся как-нибудь потом, да? Слушай, а мне надо, чтобы. ВБ, ты. А почему мне ход дали, я не понял, что произошло. Типа главный мира всего, вот тебе ход дают. Почему-то, когда в Швейцарии 113 тысяч техники. Офигеть. Слушайте, у меня вопрос возникает. Как бы вас так в войну вступить, чтобы Америку мы поделили в шахматном порядке? Есть такой варик вообще? Есть. Господи, есть, к сожалению, да. А, ну вам только бы это, только бы в войну вступить, чтобы территорию отдать. Тебе хватит, тебе хватит 5 армий по 24. Что еще раз? Давай выйдем с него из Альянса, чтобы он вообще, знаешь, типа... Чтобы что? Да давай на него нападем, чтобы он понял, что такое реальная жизнь. Я и так понял, что такое реальная жизнь. У меня как бы тоже нет. Давай не возьмем ни одной его территории, кроме ключевых городов в Британии, чтобы он капитулировал, имея все, что у него есть. Это слишком. Красиво же, а? Я тебя спрашиваю, тебе хватит? Блин, они у меня плывут по морю, ну зачем? Все закидывай, да, вообще да. Все кидай, да и все. Я этого никогда не понимал, зачем они плавают по морю, как я это ненавижу, а? Ну просто у них есть фронт. Да я понимаю, почему и... нет кнопки, которая это запретит, говно? Потому почему? Что это хойка, и ты сказал говно, и формально ты назвал синоним слова хойка. Ну все понятно, да. Пидорги, а? Которые разработали эту игру. Как вы меня бесите? Слушай, я как бы с ребятами с парадокса общаюсь, так что как бы, ну, ты
Поаккуратнее, да. Да, типа, ребят, называешь Питер. Не, ну просто, ну ты посмотри, об этом просили, я не знаю, по крайней мере, на мой взгляд, это одна из таких важнейших хреней, которая должна была произойти еще в 10 веке до нашей эры, так, блин. Смотри, когда у тебя есть такая штука и такая штука. Все, блядь. Кайфуй. Какая? И чё? Хой не хуй, сиди кайфуй. Ух ты, нифига. Когда этот... Рифмоплёт, блин. Когда трек записываем? Когда ты научишься писать? В школе вроде что-то учили там. Я не эксперт, конечно, да. Три челика в униках учатся, блядь. Ну, в школе что-то вроде учили писать. Тебе сейчас Бостон возьмут. А, что? Где? Такая территория вообще есть, да? Какой Бостон? Где Бостон? А, вижу. Ой, мрази. Постойте, никуда не спешите. Я паузу специально поставил, чтобы ты успел. Я сам ее поставил, нет? Наведи на правый этот. Направо? И там написано, кто поставил паузу. Ну сейчас ты, потому что я отжал, ты поставил, все. Два вот эти отмазы пошли. В смысле? У меня на видео все видно. Да, да, конечно. Не надо вот это вот мне... Представить доказательства из видео, ставить. Да, у меня есть четкие доказательства. Все, это плагиат моей паузы был. Четкие. Это был плагиат моей паузы. Ты просто... Может, ты танком ударишь в эти четыре дивизии? А? Какие? Где танк? А зачем мне четыре? Знаешь, что я тебе могу посоветовать? Потому что они сейчас в Бостон станут. А ты не хочешь закрыть Болгарию и Турцию? Нет, а ты хочешь? Тоже нет, но как бы тебя ударят туда? Ну, может, ты закроешь, тебе дивизии побольше все-таки. Да нет, ты чё, у меня нету дивизий. Братан, у тебя 175, у меня 96. Ты чё, у меня мало? Мало. У тебя почти ровно в два раза больше, чем у меня дивизий. Ну, мне нравится, что на твоих территориях соседские дивизии стоят, 6 штук. Ага, вот они, кстати, как раз и, как мы только объявим войну, захватят эти территории. Это забавно будет, потому что они в котлах будут. Вообще, вроде война идет нормально. Ладно, ладно, я привезу тебе одну армию. Поставь просто одну армейку, типа, да и все, чтобы было. Вон что делал, я понял. Зовем войну или нет? Может, не надо? Зачем? Не, пока не надо, пока не надо, пока не надо. Мне надо разобраться с америкосами, потому что если вы меня призовете, то у меня посыпется немножечко вот Иран, там вот это все, короче, поняли, да? Иран. Не будем мы его призывать, зачем оно? Я только, я и Ирен. Скажешь, когда фабриковать претензии? 15 дней фабрикуется. Так, ну, бля... если тебе нужны войска, то давай. У меня есть оружие с названием Блыскавица. Нормально. Ну ты понял, да? Котян. Сложная отсылочка, очень сложно. Но ты ее шарил. Да, один челик. Приятный, хороший. Который зачем-то влез в историю хайпа. Интересно, зачем? Явно не потому, что там по 100 просмотров, по 200. А, все, я тоже выкупил. Капец, 13. Это трудно было, да. Да, но, блядь, это какая ссылка. Зато нормально, да. Типа для элиты. Капец, вот сейчас бы самого себя считать элитой, круто, да? Да. Я просто пытаюсь себя хоть как-то похвалить. Все хорошо. Ай, блин, у меня здесь еще враги. Чуть-чуть. Может, ты... Вот сюда нападать все-таки начнешь дивизиями соседями, иначе сейчас Бостон возьмут. Ой-ой-ой, стоп, сюда. Не-не-не, не возьмут. А еще тебе справа высадился в Новую Шотландию дивизия американца. Отжала уже Галифакс. Вот здесь? Да. Так я ж в курсе. Ну, не буду, наверное, говорить, что у тебя еще в Аляске как бы дивизии американские есть, ну ладно. Это не говори. Хорошо, не говорю. Вообще мне нравится французская Конго. А Сирия? А Ливан? Французская Конго больше. А чё французская? А! Рэй это должен был заметить самым первым, а в итоге... Коммуняст там. Социалистическое государство Сирия, прикольно звучит. Коммунястики. Слушай, а чё вы тут не можете прорваться? А, река! Ну да, через реку трудновато, конечно. Два дня, тебе кажется. Ну все, начинаю оправдывать. Лол, у меня есть противотанковое ружье под названием УР. Прикинь, они такие УР. Прикинь, оружие, которое стреляет с таким звуком.
Итальянский флот, запертый в Стамбуле. Это весело. Ура, мы берем столицу. Ты имел в виду ура. Ура. А, кстати, рэперы тоже так делают. Они стреляют так всегда. Ра! Песня. Ра! О, ты сейчас как Тони Раутс это сделал. Спасибо за оскорбление. Как оскорбить человека? Ну, похоже. Сейчас бы с рэпером сравнить. Спасибо, братан. На добром слове. С каким? Короче. Ладно бы сейчас хороший. Элита. Закупаюсь нефтью у Америки. Рюс реп. Ты чё, я не понял? Я тоже. Чё-то я не выкупаю, почему ты закупаешь её не у нас? Ты просто не умеешь выкупать. Так у Британии всего 40, а мне надо 60. Тупо диск. Так купи чуть-чуть у меня и чуть-чуть у Тёмы. Что это давай такое? Все, слушай, давай. Ну все или все хотя бы, ну или хотя бы раз. Мы все фабрики покупать... начнем закупать у этого, у США, ну, на все фабрики. Да, да, ну да, или да. Хотя бы раз ты начал это делать, то типа, ну не говоришь, нам не было. Я наоборот честен с тобой, а ты не хочешь, чтобы я тебя врал? Вот слушай, так вот. В этом тоже есть толика правды, ладно, хорошо. Толик правды. Толик. Толик правды. Слушай, а мне что-то воняет, как будто где-то кто-то что-то курит. Самокритично. У меня где-то что-то воняет, а это я. У меня дома кто-то курит, кто это? Кошаки. Я, короче, в центре советов будут давить, как ты видишь. Ты по всем этим выставил желательно. Не, ты можешь центр ослабить, а убрать в другие места. Что там с Америкосией? Они... Ай, Филиппины! Ну вы-то куда лезете? Вам-то что вообще? Зачем? Дай угадаю, в Америку. Филиппос. А еще мне нравится, что вся территория ходит в Канаде. Да не вся, кстати, сейчас Британия. Не, в смысле? Все, на Бобруйск сформировал, парни. А, за Бобруйск. Там одна территория только отошла Канаде, ты что? Ну давай. Будет прикольно, что Канаде так отойдет, а потом она от меня... И все. Это будет вообще ржак. Ну, мне будет смешно, да. А ты призовёшь войну? Японско-советская война. Это называется японско-советская война. Неплохо. А? В смысле? Что такое? Да-да. О, ей, первая победа на моей территории против Советов, смотри. Ой, Советский Союз такой сильный. Ай. А почему мы не закрыли... А у него нету штрафа, кстати, Рич. До сих пор? А тебе все равно на твой Китай? А-а-а, даже о, так. У меня есть Китай. У меня есть Китай. Я, короче, там 24 дивизии есть, я попытаюсь что-то сделать. Я не даже... Ну, как бы... Блин, украл Китай и забыл о нем сразу. Вот так вот. А мне-то что, мне его захватывать не надо было? Ну все, нормас. Хотя я там и так участвовал, знаешь, типа как... Типа просто типа, польский командующий, типа, поговорил ой, туда, ой, иди ой, туда, ой, иди. Ой, вот, давай, рассказывай, да, польский командующий. Почувствуешь, что это были за типа брачные слова? Ой, давай, так вот. Там кто-то же у него курит, вот, видимо, действует. Да, я, кажется, понял, кто у него курит там. Он сам лично. Нет, ну блин. Настя, я же спалил, что мы живем вместе. Ну спасибо, я хотел сделать один видос про это. Я не знаю, по-моему... Хотел отдельный видос снять про то, что мы живем вместе, в ложек, типа, чтобы все охуели, а ты взял и спалил. В ложек. И я тот самый сосед, который постоянно пилит и сверлит, да? Братан, я, конечно, ни на что не намекаю, но сейчас покажу. Вот здесь халявная территория. Ты думаешь, я ручками управляю? Ну, нет, поэтому говорю, что там можно хотя бы пару дивизий поконтролить ручками. Так, здесь у нас все в порядке. Я бы тупо поставил план наступления, такой, типа, ебите с этим дерьмом сами. Плюсик, у меня также воюет. Как говорил великий философ 21 века Лизюха, Олега вот мое дерьмо, теперь еби с этим. Цитаты великих. Сейчас бы цитаты рэперов называть великими. Сейчас бы рофлы считать серьезными выражениями. Ай... Вообще, ты не, я ты потерял что, не уважаешь великого философа Лизера?
Что там за значки? Ну, там врум-врум немножко по твоим территориям. Да они в котле уже сидят, так что ничего страшного. Социалистическая республика Албания. Я их не прикрыл. Подождите, а что такое? Мы же коммунисты воюем против коммунистов. Все коммунисты нам в комментах напишут, что мы неправильно делаем. Так может это они неправильные коммунисты? Ну, вообще-то у нас тут разборка, кто, бля, кто правильный коммунист, а кто нет. А я думаю, мы просто... Мы тут поясняем коммунистам за коммунизм. А я думаю, мы просто территории хотим отжать. Я понял. Нет, нет, то что, конечно же, нет. Тут идеологическая борьба и такой коммунизм. Простой захват — это слишком легко и скучно. У нас тут идеологическая борьба. Все, я понял. Мы освобождаем... Какой коммунизм более левый? Мы освобождаем американских рабочих. Дай смех. И советских... Блин. Советских рабочих. Они попросили, типа, на референдуме вступление в нашу державу. А, видел, какие отсылки? Интересно, интересно, интересно. Правда, я не могу называть, на что это отсылки, потому что... Потому что мог... Я потом не смогу в страну вернуться. Вот вроде бы смешно, а вроде бы плачевно. А вроде бы грустно. Никого не смущает то, что Лондон сейчас возьмут коммунистическо-китайские дивизии. Они не могут пойти никуда у них, потому что снаряги нету. Ну, не снаряги, а организация. Они не воюют со мной, я не воюю ваш... Я знаю, я хотел Рэй попугать, что мы... А что, где, как? Подожди, когда... Ты чё? Не, у меня всё под контролем. Да. Как никогда. Как вот никогда. Именно, как никогда. Всегда никак, короче. Всегда. Я говорю, он дисит сам себя. Слушай, а у меня кораблики потерялись. Прикольно. Не все, конечно, но примерно половина флота. В Рэй 206 кораблей. Прикольно. А было чуть больше, явно. Там просто такая трудность случилась некоторая. У американцев тоже оказалось много кораблей. Сейчас бы считать американца вообще врагом. Это же наша родина! Мы же проплаченные, блядь, США блогеры. Я так орал. Это какая-то отсылка, наверное, я не помню. Да, мне по некоторым видосам писали, что я, короче... проплаченные США, ЦРУ и всем таким, типа... Не, ну это так-то и есть, понятно, агент. То, что писали. Ну типа, что... Я перевел зарубежный ролик, и на самом деле это, блядь, западная пропаганда, и мне проплатили, короче, ЦРУ и США за пропаганду. На самом деле так и есть все. Да, понятное дело. Поэтому я живу сейчас в трехэтажной огромной вилле с видом на море в Майами, потому что, ну, блядь, вообще, как знаете, сколько платят спецслужбы, блядь, американские? Я вообще миллиардер, блядь, у меня моя нефтяная лил-пампище. Там это, дредами нахуй и ртом работает на добычу мне нефти. Из черных залеж. Блин, сейчас... Тентасионов. Каждая попытка пошутить... И Такаши 69. Такаши 69. Ну, типа, Lil Pump — это типа насос, который качает из черных кранов. Да. Ты, конечно, пиздец. Спасибо, брат. Спасибо. Это было прям... У меня нет других слов. Это было очень душевно. Вкратце, знаешь, типа... Других слов у меня сейчас нет. О лексиконе Рэя. Это, короче, у меня больше нет слов. С любовью. Давай. Просто с любовью. С любовью. Ты рекламируешь котлеты какие-то или что? Рэя. Булочки Рэя? Котлеты Рэя, котлеты. А, ты называешь их так? Котлетки? Да, да. И как тебе его котлетки? Я еще мягкие, не пробовал. Мягкие, сочные? Пойми, не пробовал еще. А когда еще планируешь? Еще есть время. Еще как они тебе на вид, котлетки Рэя? Еще даже не видел. Хочешь их отжарить перед тем, как приступить? Слишком. Слушай, по-моему, у нас слишком... Я сначала доверю тебе, его тебе. На квадратный сантиметр времени. Так я это уже давно. А, ты уже давно? Ну как он? Конечно, тест-драйв прошел отлично. Нормально. Рэй, у тебя отличные котлетки. Слышь, я говорю, у нас слишком много шуток на квадратный сантиметр времени. Поэтому... Квадратный сантиметр. Еврея бы оценила. Значит, много квадратных сантиметров. Закончить. Пора бы... Ладно, кончаем.
А, хотя нет, слушай, погоди. Посмотри, как я красиво захватываю Америку. Это красота. Рэй просто привык, что я не кончаю за полчаса. Я художник, я так вижу, понимаешь? Посмотри на эту красоту. Это просто, на это надо посмотреть. Посмотрел, все. Что дальше? Все, посмотрел. Да, не, ну дальше надо бы в этот момент, чтобы они капитулировали, но у меня тут проблемы небольшие с этим. Сейчас батарея капитулировать. Ну ты шутник сегодня, конечно. Да не, у них есть шанс такого. Слушай, а у меня войска немножко ушли не фронта, и он немножко пустой в некоторых местах, поэтому я не понимаю, почему меня до сих пор не закотловали. Странно. Потому что ты воюешь против искусственного интеллекта. А, точно. Точно, все. У тебя вообще 170 дивизий. А? Айс? Просто интересно. Айс? Че говоришь? Да так. Просто интересно стало, где 170 дивизий Катархонта. Ха. А чё с ним? Прости, 180. Это фейк. А-а-а. Читы. У, сука. Читы. У-А-А-Б, сука. Во, да. Слушай, а чё ей надо, чтобы она сдохла? У банканала за разжигание ненависти. К Америке причем ужас. Тем более, ты чё? Сука, кремлебот. Теперь тебе ж платить не будут за... Фу, просто кремлебот на Рэй. Да. Парни, тупо для вас раскрыл, блядь. Всю подноготную. Что это нахуй? Кремлебот, блядь. Всё. Против Америки, да. Теперь вы знаете, кто дизлайкал видос про Грудинина у того, чье имя нельзя называть? Опа, я что-то не в курсе, кто лайкал дизлайкал. Я не в курсе, я не выкупаю многих твоих вот этих отсылок. Ну, блять, на то они отсылки, чтобы не все их выкупали. Ага. Ага. А может просто ты как-то неправильно их делаешь? Они просто непонятны. Такой... Рыбас, типа, это не я не шарю, про что ты говоришь, это ты хуёво мне об этом говоришь. Да? Хули да. Ты вообще... Говоришь не прямо, да, типа оттуда-то. Да, не, на самом деле у меня есть проблема, я вообще не понимаю. Не понимаю русский язык. И где я нахожусь? О боже мой, это слишком. Мама меня похитили. Слушай, а за финляпинами придется плыть или нет? Финляпинами. Ёперды ты шашлык, ай, захватили тон, какие же они гандилы. Слушай, а ну назад, отбейте мне, эй. Финляпинами. Отбейте. Красиво. Теперь французская коммуна в Стамбуле. Красиво. У меня Вашингтон отбили обратно. 13 колоний взбунтовались. Скажи тыр-тыр-тыр. Бунд. Тыр-тыр-тыр. Во-во-во-во-во, подожди. Слишком быстро. На видео дрочить не принято. Вроде. Подожди, сейчас запись выключим. Да. Кусь. Я думаю, чё, а смысл скрывать? Чё ты, давай. Давай. Парни, давайте, типа, смотрите, сейчас просто программирую вас, парни. На успех в жизни, смотрите. Закрываем глаза. Закрываем глаза, блядь. Берём руку. Я так всегда играю в койку. Мы знаем, братан. Берешь в руку такую, знаешь, толстый сосисон, это не просто. Берешь какую-то, знаешь, эту, короче, сосиску какую-то маленькую. Явно не сардельку, короче, берешь такую там сосиску, там не знаю сколько, мизинцем, двумя пальцами, тремя, ну, может, если жесткий, четырьмя. И начинаешь, короче, слушать, как делает Рэй, и прямо вот пытаться счистить шкурку с этой сосиски. Ой-ой-ой, блин. Воу-воу-воу. Это что сейчас было? У меня чуть не вылетело. Огрессор на... Фу! Просто дизлайк этому французу. Москву взяли. Вы... Как ты посмел мирных... Они ничего не сделали, не всего лишь... Людей в газовых камерах убивали. За что ты с ними так? Подожди, а на кого он напал? Не на кого? Я именно напал, да. Он сделал этот... Аннексию марионетки. Рубиншницкель.
кое-кому. Это называется аннексия марионетки. Так, не говори такие слова, Рэй, он про такое не слышал. Какой? Да так, маленькой. Вообще не заметил. Ты ее даже не видел ни разу еще. Я что-то ничего не понял, ну ладно. Да ты ее не видел даже ни разу. Посмотри на Европу, пожалуйста, и заметь, что там изменилось. Видишь, Швейцарию захватил? Ну, это и было вроде давно, нет? Ну вот. А, Германия! Не, тебе кажется. Я ее не увидел, прикинь. Ну, потому что ее больше нет. Ай, пипец просто. Охуенный смех. Ай, блин. Смех умирающего моржика. Короче, надо захватить Лос-Анджелес. Нет. Как тебе такой Илон Маск? Давай в Майами, к большому русскому бусю. Блин, да когда уже они сдохнут? Когда? Когда это настанет? Они должны были. Они должны были присоединиться. Е, 198 дивизий теперь. Великой империи уже очень давно, но они не присоединились до сих пор. Че? Еще пару провинций осталось вкусом. Тебе кажется. Короче. Хорош умирать. 99%, понимаешь? 99 дебильных процентов. О, я нет, Москву сколько. Сейчас отобьют. О, нет, а нам не похер? Вообще все равно. Но ты успел ее спасти. Она хотела жить и не хотела умирать. Все, пошли за... Хотела любить, хотела чувствовать. А они... Что? Ты еще до сих пор Крым не взял. Как ты мог? Давай. Чё, ты ещё по губам? Слава богам! Ты не то немножко сказал. Е, вау. Слава татар. И чё, мне плыть за Филиппинами? Нет, она же не мажорная страна. А чё, сразу всё не сдалось, ладно? Потому что, может, ты подождёшь вот так вот, пока... Наверное, да, типа, переход на следующий день. О, а ты тоже на мирной конференции? А ты чё-то делаешь? Я успел. Успел войну вступить? Да. Канада, красиво. Канада взяла. Ору. Блин, вот это было круто. Я все равно ничего не знаю. Ты пропусти ход, дай мне немножко очков. Дай мне немного очков. Ты же хотел эту, как его? Шахмату. Шахматную партию. Да. В кресле-хинорике на территории США. Дай мне центральный регион забрать какой-нибудь и все. Ща-ща, конечно. Сейчас я только с нефтью заберу себе. Агрессия. Ты же сказал, ты не на ресурсы, не на заводы. Там. Да, да, не смотришь просто. Ну все понятно, да. Не, ну иногда смотрю, иногда не смотрю. Два, вот это вот. Я вообще-то ради красоты границ. Ну все понятно с тобой. Пиздабол. Скипай. Это похоже на призрака, который пытается этот египетские танцы косплеить. Знаешь, сколько за пропуск? 2 очка. На ГО посидим месяц. Наверное, тяжело, да, будет? Давайте сделаем особую серию, типа, где мы просто сидим, пиздим и пропускаем хода. Пропускай. Нажми готово. Ты можешь... Сколько хотя бы одна провинция? Ну, вообще, самый дешевый 16 стоит. Ну, тебе надо где-то 50. Да не, мне хватит 20-ки примерно. Давай еще парочку раз. Давай, давай. Все, давай теперь проверю. Могу? Нет, еще не могу. А почему так дорого? Сейчас посмотрю, может, что дешевле. А, наверное, ты просто не воевал. А, могу вот так вот сделать. А что, что это такое? Я пропустил. Сделать марионеткой. Пропусти, дай. И дайте этот регион. Дай региончик хоть какой-нибудь, пропусти. Все, иди ты нахрен, все присоединяю. Да блин, хоть бы один регион оставил в центре. Египтянина призрака отжимаешь. Ну все, завершай ход. Вот, спасибо. 2 региона оставил. Я могу сделать Филиппины марионеткой. О, давай. 154 надо для этого. Давай мы подождем. Нормально. Нормально? Да, да, по кайфу. Давай пару ходов пропускаем. Ну да, ну ты куда? Ну ты что делаешь? Ну пропусти пару ходиков, ну ты чё? Да подожди, пару... я острова заберу. Ну какие ещё острова? Все? Ты чё? Все, в смысле? Ну, какие все, реально? Ты чё? Какие, блин, все подряд. Так, а где ещё есть? Вот.
А ты Филиппины, ты сделай марионеткой. Я не могу! Как? А у меня есть. Все, и... У меня есть. Катя может захватить какой-нибудь панамский канал за 10. Катян. В смысле? Его уже нету. А он тебя... Не, он еще не захватил его. Да он сейчас захватит. Захватил. Или Вайоминг за 11. Так, вроде бы... Подожди, я ставил две провинции. Да. И Пуэрто-Рико. А, где еще что? Пуэрто-Рико. Остров справа от Кубы. Все, там вроде Доминикана все. Еще. Так, осталось только 55. Да. Все, все, все забрал. Давай. Осталось Миссисипи, Вайоминг. Пропускать ходы, да? Ну да, один ход я одну правку забрал, давай еще. Тут не все так... Все-то 66 надо. Там 22 мне надо, я же через марионетку делаю. Еще. Еще. Еще больше. Давай глубже, продолжай, продолжай. Нет, пока не дает. Не дает пока. Не дает. Да не волнуйся, с Рэем надо поласкивать, да. Давай. Надо поласкивать, да? Да-да-да. Че? Опять не дает, да что ж ты? Да, подожди немного, серию выключу сразу. Да. А ты можешь просто готово есть... нажать и все? Все, нажимать? Ну типа нажми готово, просто нажми. Готово и все. Во, спасибо. О, тебе 10 косарей все ушли. Агит. Я не знал, что всего-то. Давай, делай, что хочешь. Ебой! Когда немного перекосило глаза. Все, Филиппины теперь мои. Прикольно, да? Ничего вообще не сделал. И в итоге такой бабан. Мне нравится название Филиппин теперь. Красота. Кукская сообщество Филиппин. Нормально. Тупо красиво. Это серия на 40 минут, нормас. Ладно. Ой, по-моему, красота. Просто... Краса, ты посмотри, как же это круто! Как же это круто! Чена Мерла, хукское сообщество, парни. Слушай, мы на этом это закончим. Хуки. Мы закончим на этом прохождение. Хуки, они будем на... добивать. Так советов надо добить же. Прям планируете этим заняться, да, основатель? Короче, Рэй уже хочет закончить прохождение и начать новое. Так советов-то надо добить еще одну серийку. А надо? Да. Ой, зачем я. А мы прям хотим этого? Так, ну ты чё, мы зря начинали эту войну. Ну, типа... Да я знаю, что это будет изично, но... Ну, ты чё? Вот это же 5-10 минут. Ну и всё. А и ещё типа... 20 минут серии надо на что-то растянуть. Так мы болтать можем хоть... У нас она растянется может вообще как хочешь. Ну да, Рэймастер в растягивании всяких штук. Давай эту закончим пока. Ну не айкай-то, ну не надо прямо все время серии это делать, люди так верят. А у меня есть вообще всякие такие... Я могу использовать, всякие такие навыки. Я неправильно их пошучу, блин, и это только хуже для меня же будет. Поэтому вот такая вот проблема. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Есть запас пидорских шуточек сами для тебя потом... Внутри Рэя. Короче, всем удачи, ребят. Пока. Пока, ребят. Рэй мастер по запасу внутренних пидоров. Пока-пока.